И всем привет. Да. С вами снова Ванзик. И Вэм, пусть у тебя, кстати, конфета за одновременный разговор. Кстати, конфеты у меня кончились, ну ладно. Блять. Теперь пойдем на третью. Локацию. Да. Так, это... Секретный горный проход к базе. Ой, не, не, к базе. Не. Чего это я нажал? Не то. Так. Да. Ария третья. Ария три. Зима. Так, отойди-ка, отойди. Че? Нет, здесь не на это. А, не на сколько нет этого. Блин, уи! А, да, точняк. И как? Нужно искать его где-то в другом месте, да? Да, по-моему. Значит, на другую локацию, на шестую. На шестую? Думаешь? Ну, а куда? Пока мы пошли на шестую. По доке. Тут... Блин, это... Опять. А тут ракетница. А, тут ракетница, да. Все, с ракетницей все нормально. Все. Ну, а, да. Не хватает никогда... Фу. О, вот дрободан. Во. Воу. Так, Карл, опасно. Куда это за дело? Опасно, опасно, очень опасно. Магия Алексея. Алексея Новацкого. Новацкого. Блять. Держись, чувак. О, прям над нами. Я попробую. Кто вход? Нет. Блять. Да блин. Надо попробовать залезть. Давай, мужик, давай. Черт. А все прямо над нами. Жизнь дополнительная. Да, давай. Сейчас. Фу, хорош. Красавчик. Стоп. Так, стоп. Стоп. Да блин, что ты делаешь? Фу. Так. Блин, Карл, а, Карл. Нет. Фу. Ладно, иди наверх. Фу, все. Так. Карл. Подожди. Фу. Так, мне это не нравится, дерьмо. Я слишком стар для всего этого дерьма. Воу. Фига себе, что это такое? Блин. Ты что, ебнул? Да. Фу. А меня снесло. Хватит разбивать все подряд. Нам нужно разбивать противников. Так. Слушай, дробовик в упор — это вообще вещь. Not... О, у нас, смотри, какой у меня дробовик? Вот этот? Нет. У тебя должно быть изображение дробовика. О! Вот, сейчас покажу. Вот такое. А, да. Видишь? Дай проверю. Кстати, смотри, прикол. Да не так. Ты видел это? Чё такое? А, он эти сносит. Подбери. Смотри, прикол, кстати говоря, с этим дробовиком. Вот видишь, висишь, да? Ну. А так стреляешь, можно раскачиваться. А, да, что такое было, помню. Это удобно очень. И сразу молчание такое. Да. Вспомнили про то, что дробовиком можно делать атаку, да? Ну. Карл, ты меня толкнул. Воу! Стой на месте. Я живу. I'm alive, Карл. Угу. Так, ну контакт HQ, все да. Как обычно. Мы все прям за несколько часов допройдем. Ну правильно, легкий уровень, что ты хочешь. Да. И тем более, мы уже все знаем, помним. Да, все знаем, помним. Как говорится, память может и подводит, а ручки-то помнит. Да. Блин, вот так. Как сказал Шелдон Купер, зачем нужна девушка, когда все можно сделать руками? Ага, зачем мне нужна... Я могу делать правой рукой то, что делала до этого моя девушка. Или как-то наоборот. Нет. Что нужно сказать, если я сейчас пример вспомню? А. Так что, теперь я буду делать правой рукой... То, что делала моя девушка до этого. Не, куда ты зашел? А, нечаянно. Сюда, да? Угу. А, черт. Оу. Надо будет запикать спойлеры. Вдруг тут есть фанаты теории. Блять. Я тоже запикал. Оу, Карл, блять. Блин. Мы проебали миссию. Тихо. Да запикаем, Карл, запикаем. Да ладно тебе. Ладно. Попытка номер два. Попытка номер два. Попытка не пытка. Только не стреляй с ракетомета раньше времени. Да, бах. О, стой, стой. Ой, блядь, я сейчас забыл, что я... О! Ты боролся до последнего. Да. А, блин, а ее никак нельзя сломать, да? Нет. Так. Карл! Наверх надо. Так, я почти сделал... Есть! Я смог. Я очень быстро это в этот раз это сделал. Блин. Блять.
Сейчас, подожди, я избавлю нас от небольшой проблемки. Дай мне жизнь. Тебе жизнь, а я? Даже не спрашивал, забрал просто молча. Да вообще. Вот отыграешь на вот этом чуваке. Ебать. Ты видел, как он взорвался, да? Один выстрел, Карл. Ну, ракетомет, он творит чудеса. Дробовик. Дробовик вообще вещь. Смотри, так подходишь так. Оба! Ах ты. И вот так вот, бабум. Так. А. We are the champions. Так, давай, юм. Бах-бах. Все, юм. Я только что пыхнул и бахнул. Ну. Пыхаем-бахаем. Ах ты ж черт, я промахнулся ровно сантиметр. Какая же херня. Да, блин. Что-то я забылся. Ладно, давай не будем больше тупить. Ой! Не, нормально. Ух! А, взлом, чтобы мой сфинтер, по-моему, да. Был. Так. Ну-ка, взламывайте. Стоп. Куда ты попёр? Не бросай меня здесь одного! Так, взлом. Ну, взлом это 3 секунды ровно. Ничего сложного в нем нету. Вот так, безостановочно поворачивая. Еще один небольшой кусочек, который мы уже видели, конечно же. И пока Ванзика нет, я заберу все добро себе. Ха-ха-ха. На-ка себя выкуси. Оп, не то. Что вы там делаете, Владислав? Лунную походку. Зацени. О, стоп. Майкл Джексон. Подойди ко мне. А? Потанцуем? Давайте танцевать. Берите дробовик и потанцуем. Танго. Ага. И все заканчивается с тем, что у обоих голова разбита в щи. Ты куда ты пошел? Ничего. Сюда. Тихо. Рано. Ты это видел? Я это видел! Ты это видел, Карл? Давай. Держитесь, Иван, вы одни остались, я походу уже все. Только не падай. Только падла не упади. А как я с боссом буду справляться? Понятия не имею. Прыгай, здесь надо просто перелетать через бочки. Карл! Давай, ну! Стрельни с дробовика. Хватайся, стреляй с дробовика и прыгай. Ну или так. Запрыгай. Так, теперь тебе наверх. Не, говорю, прыгни, хватанись с дробовика. Он не хватается, видишь? Ну так потому что ты под блоком стоишь, вот так. О, отлично. Да, то стрельмани. Я говорю, ты стреляй с дробовика, чтобы он это... раскачивался. Нормально. Стрелял на бочке. Ладно, или так. Это что такое? А, это бочка-кидатель. Взорви его нах. Давай. Присядь. О, отлично. Великолепно, Карл. Да ты вообще этот. Кстати. Он заебал меня, честно слово. Ну, или так. Только рядом с собой не стреляй с ракетометом, потому что почему-то он нам вредит. Действительно, почему? Ракета нам вредит, да? Ну да, вообще, не знаю. В реальной жизни такого, конечно же, нету. Да, там сразу же мясо. Марио! Тун-тун-тун-тун-тун. Может, Марио потом в кооперативе какой-нибудь? Там Марио 64 есть такое. Можно. Ну, там, по-моему, какая-то или мод, или версия Марио вот этого, она это... Да похрену на него, заходи уже. Да, просто какой босс сейчас будет? Тот, которого ты будешь... Опять этот же. Пи-пи-пи! Блять, как бы одного Карл проходить? Ну как? Давай, проходи как-нибудь. Думай, Карл, да? Да, все, лезь наверх. Оу! Лезь наверх. А, все, вспомнил как. Давай.
хватай бодичку. Слушай, а по-моему, АК-1, он... Он слабее. Так. Давай. Все, бери ракетомет. Давай, херач в него. Да, ракетомет, Карл. Красавец, Карл. Дайте 5. Ого, у нас есть этот крюк. Все, теперь мы идем на предыдущую. Да. Да. Ну, это уже будет новая часть. Да. Все, спасибо за просмотр. С вами были Владик и Вэмп. Да. Сейчас вы досмотрите вот эту хренотню, которую мы, естественно, пропустим. И на этом мы завершаем эту часть.